Всем привет! Итак, вот крылышко готово к покраске. Буду красить базой в переход. Сейчас буду показывать, как я буду раскидывать весь процесс. Вкратце я вам все покажу. Так что поехали! Вот так вот выглядит первый слой. Между слоями обязательно вытираем липкой салфеткой. Прошло у нас минут 10. И валим второй слой. Также вытираем липкой салфеткой после второго слоя и будем наносить третий слой. Легеньким таким слоем, уже без залива, распыляем. И если нужно, еще можно сделать эффектный слой, если это нужно. Если нет, то вот так оставляем и будем наносить лак. Эффектный слой наносится сухо, вот таким образом. Все, и на этом достаточно. Моем пистолет и наносим лак. Перед лаком обязательно вытираем липкой салфеткой. Это именно обязательная процедура. Итак, лачок, поехали. Первым делом торцы. Первым слоем полностью, как всегда, не укатываем. Докуда лежит база, вот так и кидаем первый слой. А вторым уже будем укатывать полностью. Итак, поехали, второй слой. Thank you.
Теперь срываем парашютик. И размываем зону перехода. И вот такой результат получаем в конце. Вот зона перехода. Все растянулось, размылось. Слегонца полирнуть. Так что подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем пока!